Под белым парусом крыла – так называется брендовый праздник, который второй год подряд проходит в Новоаскольском Голубино. Основано село было в 1617 году и называлось изначально Голубиным. Говорят, разводили здесь почтовых голубей. Теперь же можно полюбоваться и белоснежными чайками, и павлинами. Вот это павлины с большими хвостами. Они когда гуляют по двору, хвосты, как настоящие павлины, распушат и ходят. Вот эти вот белые – это чайки. Грудки, видите, какие у них красивые, как воротники такие. Еще одна причина, по которой голубь стал брендом этого села, в том, что птица эта давно считается символом мира. А в Голубино в мире и согласии уживаются люди более 10 национальностей. Дружить здесь привыкают с детства. Мы честные друзья. На всю жизнь. Вечность. На веки вечности. Так что на празднике были и танцы разных народов, и угощения по рецептам разных национальных кухонь. А известные всем песни звучали по-голубински.